Всем огромный привет, дорогие друзья, с вами Крафтов Сергей. Сегодня мы будем проходить обзор текстурки в Майнкрафте. Да, и обзор текстурки добавляет вот такое вот дерево в плоскомеру. Посмотрите на это дерево, оно не правда ли прекрасно? Оно же прекрасно. Ладно, мы сейчас не к этому. Он добавляет очень крутые вещи. Очень крутые вещи. Ну, как его блоки делает крутыми вещами, да, ребята? И когда я их расставлю, я уже продолжу. Да, ребята, вот, я поставил наш, как бы, принадлежность. Вот, видите, ваши любимые супергерои. Это Халк. А, кстати, напишите в комментариях, кому какой свой супергерой нравится. Мне вот лично, я не знаю, как его называют, это Бэтмен, а вам кто? Напишите, мне интересно будет прочитать. А это у нас любимейший у нас Иссушитель. Иссушитель, короче, да. И вот такие руды. Это у нас получается алмазная. Вы не хотите мне верить? Вот прочитайте. Алмазная руда. Да, ребята. И у меня все глючит, как бы, да, понимаете? С Wi-Fi проблемка. Тут у нас наполовину Супермен, видите? Это очень эпично. Ну, и наполовину Бэтмен. Короче, сейчас, да, собственно, я их тут всех сломаю и поставлю вам тортик. Только мне надо, ребят, подготовиться. Вот, ребята, я все приготовил. Я даже вот сейчас поиграю. Вот, это у нас музыкальный блок, короче, был. Это у нас как котелок, только я в него даже воды налил. Да. Дальше у нас вот такая вот фигня. Это ад. Нет, Вандермир. Это текстурка на двери. Неинтересно это все. Это тоже неинтересно. Вот, какой-то ютубер. Кстати, на меня похож такой. Смотрите, смотрите, что. Ха! Он уже вообще, видите, точь в точь, да, как я. Хо-хо! Короче, ладно. Неинтересно. Это суперзлодей. Блок слизи. Слушайте. Дальше стекла. И самое главное, вишенка нашей программы. Вот он. Торт. И кровать. Мечтал поспать на супер кровать. Я, конечно, мечтал, но только в Майнкрафте. Дальше картины. Это типа талисман Супермена. Это у нас просто расчеркано тоже. Это расчеркано. Блин. Тут расчеркано. Тут глаза. Дэдпул или Человек-паук. И тут пририсовали огонь. Вот, ребята, кто ваш любимый? Халк или Супермен? Тоже напишите в комментариях. Дэдпул. Пририсовали, разукрасили. Короче, все. Дальше. Давайте приступим быстрее к броне. Короче, вот она броня. Вот вы видите вот это. И все это, знаете, что это? Это кольчужная броня. Сейчас я отключу. Это кольчужная броня. Видите? Давайте, может, я сфотографирую. А это у нас будет, как его, мотыга, это вот та самая мотыга. Она вообще нам не нужна сегодня. Дальше. Я, короче, сейчас буду... Это деревянный топор-то. Текстурка изменилась. И типа ногти росомахи. Отбросим, 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 отбросим. Я сказал отбросим. Так, все. Давайте дальше, давайте. Вот это вот. Это все выкинул и подобрал. Ну, а короче, алмазная мотыга. Алмазный топор. Иди сюда. Че? Кто будет со мной на бой? Свинья, ты хочешь со мной на бой? Так, свинья. Прощайся. Жизни, потому что я тебя убью. Сейчас всего с одного удара. Потому что супер. Мэн.
Да. Ребята, на это пока не обращайте внимания. Так. Сейчас мне надо делать денечек. Читерим. Короче, я не читерю вам. Даже не поверьте, я не читер. Давайте выкидываем эту броню. Это выкидываем, выкидываем. Это золотая мотыга. Мотыги мы не будем смотреть. Как будто торопливо. Капец. Круто, да? Хопа. Короче, ребят, дальше. Давайте алмазная, это, наверное, самая крутая. Вот, видите? Стоп, где мой звук? Вот, смотрите. Тихо, я проникаю сквозь паутину. Давайте дальше. Все это забираем. Дальше. Меч. Это мой арбал. Кулак Халка. Ладно. Дальше. Волшебная палочка, по-моему, волшебная. Это мотыга. Ребята, это мотыга. Нормально. Вообще текстура одни мотыги только вот, да? Железный топор. Я не знаю, что это может быть. Ладно, это мы все выкинем и оденем. Вот этого человечка. Это золотая. Железный человек. Бзю! Бзю! Ха-ха! Бзю! Бзю! Ой. Что-то... Ой. Ребята! Теперь, наверное, мечта каждого человека. Да, ребята. Закрой. Так, ладно. Сейчас я сделаю отражение лица. Мечта любого человека. Это вот сырая свинина. Пицца. Понимаете, это пицца. Вот видите, какая аппетитная эта пицца. Сейчас возьму себе голод. Да. И вы это можете найти в специальном приложении. Я покажу вам в конце видео. Смотрите сейчас. Ну! Вот, смотрите. Жареная. Сырая. Кушаем. И это очень вкусно. Да. И кушаем это. Вот давайте мы ее сейчас разглядим. Такая вот. И вот такая. Да, ребята. А теперь... Ребята, вот вы посмотрите вот на яблоко. Это вот... Это золотое яблоко. Сейчас я его выкину. А это зачаренное. Я его тоже выкину. Дождь не нужен. Дождь, уйди. Изи. Короче, шоколадное печенье. Ребят, теперь просто... Напиток. Короче, мечта любого, наверное, точно пацана выпить в Майнкрафте Кока-Колу. Да. Допустим, пьем. Пьем. И колба. Наверное, в реальной жизни такого не бывает, но в Майнкрафте это и бывает. Вы вот, представьте. Допустим, вы идете, да, в реальной жизни... И захотели пить Кока-Колу. Идете такие, вы с речки идете, допустим. Такие, опа, озеро. Круто. Набираем. И у вас Кока-Кола. Вот такая текстурка. Это на самом деле колба с водой. Ну, может, типа, просто такой ходить крутой с напиточком, да? Если еще у ваших друзей такая текстурка, и вы играете на каком сервере, то такие вы... Идете, а друг такой,
Это же Кока-Кола, отдай попить, я в Майнкрафте никогда не пробовал, да. Вы ему даете, это типа такой пранк, он только берет, пьет, и ничего не прибавляется. А вы тут такие, короче, давай, пока, я тут буду Кока-Колу пить. Ну да, ребята, вот так, тут, конечно, еще много всяких. Разных этих, да, ребят, видите, тут... Тут все можно еще посмотреть для вас. Да, лично для вас. Даже можно Кока-Колу пить вечно, понимаете, в креативе. Давайте поспим на суперкровати. Вот! Да, ребята, я вам расскажу, где можно найти такую крутую фигню. Ну, не фигню, а это текстурку, где я могу скачать. Видите, вот это вот. Master for Minecraft. И тут какое-то слово. Я не знаю, короче. Да, ребята, это крутая штучка. Если у вас есть версия, то вот видите, вы ее можете скачать. Конечно, земля будет какая-то не такая. Но ничего страшного, не обращайте внимания на землю. Вот. Короче, вы тут можете скачать ее. Такое тут читерить. Ну, друзей-то вот я не веду. Да, на сервера ее, наверное, не возьмут, я не знаю. Дальше. Тут можно еще что-то делать. Покупать скинов. Допустим, 4D скинов. Вот видите, скины. 4D. Вот это еще вот можете делать такие ТНТ вот с помощью этой вот программы. Скачать мод на оружие. А, кстати, я вот такой вот сделаю. Я знаю, он у меня уже давно скачан мод. И я проведу на него обзорчик. Так что давайте мы наберем под этим видео 5 лайков. И тогда я выпущу новое видео. Дальше не ставим. Вот видите, тут новая версия. Текстура. Тут еще. Ну, короче, да. Отлично, все просто круто, да. Тут даже вот видите, заходит, круто. Это очень крутое приложение. Вы даже можете сделать себе, если у вас версия 14.0.14.0, как у меня, вы можете сделать себе как на компе. Просто вот сюда вот раз и два тыкаете. А остальные предметы, вот эти вот раз, два, три, которые у меня выключены, выключайте их, как у меня. И у вас все будет в порядке на изи. Да. Ну тут есть сервер. Ё-моё. Вот. Тут еще есть я. Такая фигня еще есть. И тут вот карты. Скины. Вот видите, читайте. Карты, скины, текстуры, моды. Тут тоже вот наподобие скинов. Ой, текстур в смысле. Или модов. Модов, да. Типа это 4D моды, короче, можно назвать так. И сиды. Тут 4D скины. Давайте посмотрим на одного робота, допустим. Давай. Включайся. Ну, короче, ребята, вы все сами увидите. Я желаю вам всем хорошего. Всем пока. С вами был я, Кравцов Сергей. Ставьте лайки и подписывайтесь, я повторюсь. Всем пока.